У нового радио для пенсионеров нет своей частоты. Вещание доступно только в интернете. Сейчас все передачи идут в записи. Вещают сами сотрудники, прямо на рабочем месте. В первую очередь, конечно, это новости, связанные с законодательством. Будут рассказывать о правоприменительной практике действующего законодательства, давать какие-то советы, давать консультации. Свое радио для пенсионеров – карельская инновационная разработка. Пенсионный фонд обещает удивлять и дальше. Кроме уроков пенсионной грамотности, на радио будут крутить музыку и даже аудиокниги. Не хватает этого людям. Их многие очень любят, но такого нет доступа. Я знаю, что наша библиотека для слепых располагает такой библиотекой, аудиобиблиотекой. Мы хотим с ними сотрудничество такое закрепить. Уже сейчас на сайте можно оставить свой вопрос, а потом услышать ответ на него по радио. В ближайшем будущем откроется горячая линия, где специалисты будут отвечать на вопросы радиослушателей в прямом эфире. Мария Кравцова, Владимир Волотовский, телеканал «Ника плюс».